Если ты все еще не видел первую, вторую и третью часть, то переходи на плейлист и смотри. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Влад. И сегодня в этой серии я, как всегда, буду выживать на сервере Minecraft Minebest. Ну, а так уж получилось, что это финал. Потому что произошел вайп, я знал, что это будет. Это будет последней серии. Возможно, будут и другие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем приятного просмотра. Так, давайте-ка посмотрим, как все выглядит. В принципе, все нормально. Смотри, красиво, нормально, красиво. Все по красоте. Давайте, кстати, пробежимся до спавна. Я еще ни разу не делал, мы все-таки построились рядом со спавном. Давайте пробежимся до магазина. Я яблоки не взял. Как же без золотых яблок? Кстати, смотрите, как дом выглядит. Я думаю, в принципе, такой, знаете, средний вид. Но если это на спавн, если никак, уже больше никак, вообще ничего, то, в принципе, можно оставить. Мы идем на спавн. Все, я готов драться. Все, я готов. Кстати, смотрите, как близко, реально. Неужели я настолько близко построился, реально? Свет, свет. Нам нужен свет. Конечно, было бы классно бы сделать дом механическим. Типа, ты нажимаешь рычаг, и повсюду проходит энергия. Это все можно сделать, только если у тебя есть повторители, блоки. Потому что нет редстоун, это грустно. Пусть будет гореть свет. 8 рычагов. И давайте закупимся лампами. А вы их видите вообще здесь? Я что-то смотрю, рассказываю что-то и не вижу. А как крафтится лампа механическая? Вот декоратор. Я думаю, здесь должно быть. Да, здесь лампа есть. Кстати, светящийся камень. Зачем я купил 8 рычагов, если я могу купить вот это? Это лучшая лампа. Бежим к нашему домику. А где мой дом, кстати? Должен быть где-то здесь. Да, вот он, домик мой. Давайте расставим лампы. Так. Давайте, кстати, по-бырому посмотрим, можно ли сделать вот так. Знаете, я думаю, вот так. Нет, смотрите. Я думаю, лучше, наверное, вот так вот, потому что это выглядит более-менее красиво. У нас будет вот так вот. Вот так вот. Опа. Так, я так понимаю, эта идея зря. Зря сюда пришла ко мне на ум. Но со входом идея прикольная была. Вот так вот. Все, и никто ничего не видит. Ну давайте, давайте как-то спрячем. Так, ну здесь у нас видно. Давайте, во, здесь у нас будет такой переход. И здесь будут лампы две, которые, блин, будут палиться. Знаете, я думаю, здесь лучше факела, потому что это чердак. Здесь факела, думаю, будет смотреться более нормально. Факела смотрится здесь красиво на этом уровне. Раз уж такое дело, может быть, тогда двери поставим. Я думаю, это нормально. Давайте еще одну дверь скрафтим. Так, возьмем, поставим. В принципе, все, думаю, красиво вышло. Две двери. Давайте попробуем поспать. Я не знаю, почему я ничего не вижу. Я могу отменить? Что со мной, кстати, происходит? Я не знаю, что со мной произошло. У меня пишет ошибка OpenGL. Я телепортнулся на спаун каким-то странным образом. Давайте телепортнемся домой. Комнатка для нашего будущего друга. Давайте скрафтим печки, нам как раз они нужны. Пока что у нас будет 10 печек, что ли, я не знаю. Получается так. Вот что-то мы изменим все-таки. Мы что-то будем изменять в наших печках. Давайте хотя бы посмотрим, как это все будет выглядеть. О, кстати, неплохо. Я думаю, здесь можно было бы что-то другое поставить. Я думаю, здесь тоже надо свет. Хотя, ну, такое, не надо, думаю. Вот так вот поставим, да и красиво все будет. И вот тут вот. Так, в принципе, я думаю, красиво все встало. Что же еще можно здесь добавить? Так, ага. Я думаю, это не очень красиво. А вот так, я думаю, красиво. Во, я думаю, так красиво. Все, достаточно красиво, все. Знаете что? Я думаю, этот вход слишком стандартный. Я помню, как я еще делал такие красивые входы. Но зато будет прям подчеркивать вид. Думаю. Давайте вот так сделаем вход. Вот. Пусть так будет. Вход. Можно где-нибудь шахту построить. Давайте посмотрим, что у нас на спавне есть. Если тут у нас. Опа! Барыга, здорово. Давайте немножечко повеселимся. Пропитанные. Давайте попробуем их все. Давайте только положу у себя дома. Все, что нам не нужно, положу. Если мы выживаем, то нам нужно хотя бы повеселиться. Так, давайте все купим сразу. Мы все-таки богатые. Так, мы все купили. Мы вот это купили у барыги. Повар. Спрашивай повара. Что у нас по ресурсам? Давайте скрафтим торт. Я думаю, торт нам уже давно не было. У нас здесь есть торт. Давайте скрафтим торт. Можем как раз отходника можем скрафтить. Вот пшеница, посередине яйца и 6 ведер молока. Поэтому давайте в барыге еще купим немножечко наркоманским у нас будет торт. Берем 6 ведер молока. Я крафты вообще почти не помню. Но я помню хотя бы как торт крафтится. Зачем надо покупать, если можно скрафтить? Зачем тратить столько сил? Могу? В смысле? Не понял.
Пацаны, там сахар нужен. Все, я нашел рецепт. Я нашел все. Нам нужно взять 2 сахара. Так, крафтим торт. Давайте скрафтим самый крутой торт. И да, пацаны, все сработало. Мы крафтим самый лучший торт Майнкрафт. Лучший торт от моих рук. Вот с рук просто. Не надо брать. Давайте поставим сюда. Тортик у нас будет здесь. Вот такой красивенький. Я думаю, второй тортик тоже был бы вообще четко. Давайте это все будем принимать на улице. У нас все-таки хорошая погодка. И раз. Опа. Пацаны, я даже ломать блоки не могу. Что это за хрень? Так, что же у нас обозначает этот кай... Опа! У нас какая скорость? Такой вопрос. Давайте добежим до спавна. Давайте вот так на шифте. Опа. Я, кстати, знаете лайфхак? Если вы хотите быстро бегать, то вам нужно бегать боком. До спавна, вот мы уже на спавне, у нас 25 секунд. И раз, и раз, и раз, и раз. Все, и мы дома, марихуана. Все прошло. Ой, ой. Ой, пацаны, пацаны, меня колбасит. Ой, блин, надо искупаться. Воды, воды, быстрее. Пацаны, я ни хрена не вижу вообще ничего. У меня в глазах темнеет все просто. Давайте съедим золотое яблоко. Давайте попробуем хэш-семена. Я не знаю, что это значит, но давайте посмотрим. Пацаны, опять то же самое. Отходняк, это типа для чего? Это чтобы отошло, я не знаю, отходняк. Давай попробуем. А, смотри, да. Все, у нас еда закончилась. Ну, давайте попробуем последнее. Ой, ой. А что со мной? Справа на экране видно. Ой, капец! Что со мной творится? Капец, я даже бегать не могу. Все, вроде бы... Ох, нихрена меня. Как видите, красивый у нас дом. Давайте, ребят, на этом закончим. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Влад. Всем пока.